Вот так принцип, да, точечек вот вы поставили, и между ними, вот, надо дать, открываем глазки, мой золотой, вот он закрыт, вот он открыт, то есть вот этот момент, он важен, вот его срок годности до января 2018 года, стикер обязательно приклеите, две иголочки в комплекте. Иглы подходят обычные вот эти вот 0,3 на 13, поэтому возрастные пациенты, когда кожа дряблая, тупится быстро, как бы вот меняйте чаще. Вот он какой красивенький, видите, он не капает, он не жидкий, но он и не плотный. Вот. Витализация размазывается. А скажи, пожалуйста, если брать короче иголку? А вы знаете, короче иголку взять можно. Я не очень эту люблю, потому что иглы более короткие, у них диаметр больше. Потеря препарата больше. А тут какой диаметр? Ну, здесь мы вводим на срез иглы. Нам же не нужна вот эта вот длина, когда их предлагают, они короткие, вы на всю длину их вводите, а потом... Да. Вот, вот. Ну, там не видно. Ну, смотрите.